Владимир, как быть богатым, работая в найме? Ну, это опять на тему богатства и денежный ресурс. Кайфовать от того, что ты делаешь, находить нестандартные решения любой поставленной задачи, научиться правильно выстраивать коммуникацию с руководством и со своими коллегами, при этом не быть лизоблюдом, а правильно выстраивать коммуникацию, понимаете разницу? Ну и спокойно набирать себе дополнительную работу. Но не так, чтобы было лошадку грузит, она едет, чтобы спина отвалилась. А брать только самые интересные проекты или задачи от руководства и быстро, нестандартно их решать, получать это удовольствие. И тогда люди поймут, что вы человек, на которого можно положиться, кто креативно думает, вас обязательно начнут повышать. Почему нет? Мне кажется, так это работает. Если ты делаешь это в кайф. А если ты делаешь не в кайф, меняй эту работу к чертовой матери.